Слово Божие призывает нас и говорит: «Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости». Ты слышишь? Восплещи Господу! Аллилуйя! Воскликни Ему гласом радости! Аллилуйя! Ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всей землею, покорил нам народы и племена под ноги наши. Вошел Бог при восклицании, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте! Пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог Царь всей земли. Пойте все разумно. Аллилуйя. Слово Божие говорит и призывает нас в прославлении рукоплескать Господу, восклицать Ему и петь. И не просто петь, но петь разумно. Это означает, что не где-то там летать во время прославления, но своим разумом быть в прославлении Господа, своим сердцем быть в прославлении Господа. Давайте еще раз восплещем Ему. Скажи: Господь, Ты достоин славы. О, хвала Тебе, наш Бог. Ты Царь. Слава Тебе, Иисус. Ты Царь. Вся земля поет об этом. Ты Царь. Правду и мир принес нам. Ты Царь. Царь. Ты Царь, Царство.
Тебе. Аллилуйя. Все творение преклонится.
один достоин. Сегодня мы здесь возносим Тебе хвалу, возносим Тебе жертву хвалы, чистый фимиам, Господь, потому что Ты велик в нашей жизни, Господь. Ты сделал так много прекрасного, так много чудесного, Господь, о чем мы не могли подумать, чего мы не могли себе представить. Ты пришел и совершил. И сделал. Спасибо Тебе, наш Jesus.
Тебе есть надежда, Господь. В Тебе есть будущее наше. В Тебе радость наша, Отец. В Тебе полнота любви, Господь. Полнота жизни в Тебе, Господь. Мы будем с вами Тебя, Отец. Будем соединяться с Тобой, с Твоим Духом Божьим. To you right now and worship us. Let your presence fill this place, God, and fill every heart, fill every soul, Jesus. Oh, fill us with your presence, God. Oh, Lord, oh, Lord. Oh, Lord, we worship you, Jesus. Ты велик Бог. Ты велик Бог. Обращаться к Нему. Поговори с Ним сейчас. Пусть твое сердце будет полностью открытым для Него. Не пытайся что-то спрятать, что-то скрыть, что-то удержать. Просто скажи: Господь, вот я, такой, как есть. Давайте позволим Ему сегодня, чтобы Он просто обратился к нашим сердцам. Чтобы Он мог говорить нам, чтобы Он мог вразумить нас, наставить, обличить. Для этого нужно позволить. Господь, мы так нуждаемся в Тебе. Господь, мы ничего не хотим прятать от Тебя. Господь, но такие, как есть, хотим отдаться в Твои руки. Потому что мы знаем, все самое прекрасное, все самое лучшее для нас — это только у Тебя. Ты, Господь, кто имеешь о нас намерения, которые по благо, а не на зло. Боже, помоги нам довериться в Твои руки. Помоги нам во всем уповать и полагаться только на Тебя, Иисус. Продолжай обращаться к Нему. Could I have a son of us?